Ой, всем опять здрасте, опять играют против Хефаэстуса. Я принялся, нет. Так, сейчас будет опасненько, наверное, или нет? Но мы же выиграем его. Мы же выиграем его, я надеюсь, да. Доптура Рекончич. Правда, давайте Рекон танк поставим. Шила поставим. Какого-нибудь одного пацана, чтобы никто не приехал. Ой, что-то 400 поинтов только осталось. Ну что же я так это... Где деньги? Любовский. Так, возьмем Гранников. Возьмем САУ 2 куба. Такой стандартный набор. Стандартный набор юного, молодого, красивого пацана, который пушит на Югославу какой-то город между Анной и Дмитрием. Пацан, сейчас там вертораж нет. Так. Так, мне страшно за вертораж. Поэтому. Финт ушами, ставим две совы. Две совы. ГЛХП не желаем друг дружке. Все, мы на друг дружку обиделись, потому что я его вертарашил якобы. Но я его не вертарашил. Ну, это была вертовысадка. Ну, ай, вот люди не разбираются, где вертовысадка, где вертараш. А потом начинаются. Надо сейчас понять. Если вертараш, то, ну, ладно. Что ж, я ничего не сделаю. Ну, не я. В смысле, не сделаю то, что я не поменяю никак его мнение, что не надо вертарашить. Нортит. Это Амос. Скандинавия продолжается. Ух. Ух, Скандинавия продолжается. Ух. А если мы сейчас ястребам? Да по ПВУ. О, боже, как гнида последняя. А, еще финки в стаке. А я стрельбам до ППВшки. А ППВшки я стрельбам. Турчиком не завалил. Ни за что не прошу. Так, перекон танки. Нет. Очередной раз говорю себе, что за плохой план так делать нельзя. Но Дурашкинс, он и в Африке Дурашкинс. Тих, надо высадить. Батоны какие-то пушат. О, бля, стервыши. Я только один там стреляет. Блять, тот где дурак. По плечу. Ну вот вам кубы. Вот вам и кубы. Бля, там турчики, все. Ты дыщ нахуй. Ты дыщ. Так, вино о том, что мы упустили самолет, да? Ну, давай поиграем немножко в два танка и пацанов этих минометчиков. Кстати, может вылететь сейчас на базе. Ну да. Не вижу, где регон танки, не знаю, что Нуровоз отправить.
Давай так и сделаем, что ли. Тур пока в доме. Два танчикуса пока что на одного хватает. Только так, это у нас ЗРКшник. Да. Вот у нас пехотная машинка. Только не увидел, где у него хоп. Новый рекон. А, он Вайка выстрелил. Ладно. Опять-таки друг, и вроде бы да, но нет. Подожди, надо спрятаться здесь. Просто масимся. Террадарник у нас есть. У нас есть всякие наровозы. Но не антирадарник. Ясно. Дым готов. Два танка готовы. Под спамом запрыгнем в дома, все задымив, наверное. Тогда давайте еще один миномет. Ага, и сова сдохла у меня. Сова — это хреново. Сова — это плохо. Знаете, тогда может не сову, может стрелу лучше. 2600, у него там 2600 сети. Стрелу пока поставлю, она подешевле. Попробуем продвинуться здесь. Ай, птуры. Может достать таких выдр. Тыдыщ. Нет, не тыдыщ. Давайте я такие достану выдры. Попытаемся, мне что-то за кого-то может завафлим. Хочет дефендера своего сюда сунуть. Я туда своих пацанов хочу сунуть. Так. Он сейчас не отдать. Не отдать танки. Не отдадим танки, будет все нормально. Отлично. Он вроде распыляется даже. Отлично. Но лети, гребешок. Минус кубы. А, танк сдох. Понимаю. Сейчас он уйдет. Ебать. Нет. А, он дымит. Хорошо. Но один танк — это хреново. Выжил один только. Ага. Ничего, сейчас мы его рекона высетим. Стоит еще где-то реконистый танк маленький. Что-то много они попали, да? Да, вдвоем попали. Много хп нас сняли. Ни за что не прошу. А, там стервушище. Ладно, я понял. Так. Не. Рекон — это плохо, что потеряли. Очень хреново. А чё ж ты не стреляешь-то? Не через атаку был, понятно.
Хорош. Жопа, цена. Че, нам надо только рекон. Вроде пока неплохо идем. Че нам? Томатик надо бы еще завалить, да? Так, стой. Ай, блядь. Пиздец. Просто пацаны решили вывести. Наверное, он про них и забыл. Кроме автоматика нет пока проблем. Типа нету ни танков, ничего. Ну вот, лучше бы ты попал. Хорош. Молодцы, пацаны вроде что-то разбирают. Блять, зарядитесь. Не вызываюсь пока что, поэтому парочка танков сейчас бы все решила. Да? Ну да, парочка хавков. Ой, парочка хавков. Это у него хавки. Панцеркиты у него. У нас самолет на пару тонн. Пацанов забыл. А где у нас тут челики? Куда они, блядь, уехали? Говоришь, что у них они уехал сюда, и он закончил топливо. Ага. Угу. Надо бы это все завалить. Танк очень херово от таких туров. А, вон они. Что-то я за это затупил. Ну, хотя у него там хавка, зря, наверное, взял, да? Да, зря пока что это дернул. Блин, какой-то танк сейчас будет. Да, флакон летит. Все. Он падает, наверное. Или я падаю. Ну, Галеб сейчас, наверное, упадет. Фап он мне все-таки разбомбил. Да, Галеб упал. Ладно, понятно. Так, блять, ну так, конечно, упыры эти блядские мешают. Ебать, микрите. Вызовем сюда шило. Так, ну, у меня больше это интересно. Ну, он тупо забивает там всем, чем может. Хорошо.
Стой, блядь. Куда стреляешь? Хорош. Ладно, после такой атаки ему точно пипец придет. Дымом он ничего тут не добьется. Дуба забил тушами. Лес, и что дальше? Забил-то и забил. А что потом будет? Палят мне чуваки там, да. Вызовем новых. Так, хочу сюда пурщик еще одну. О, вы видели, как плуг там завернул. Ну, а те обтуровозки идут. Ну, он в корне неправильно играет этой штукой. Под названием Скандинавия точно. Вообще неправильно. Называют птуры. Ну, хотя, ну, может быть... Но пехотными птурами я бы точно играл, то есть пехотные птуры у него классно. А вот он вызывает какие-то машинки, но машинки какие-то, по-моему. Что мне, конечно, кажется. Так я уже тут переспамил слишком. Бля, ну вот он сейчас будет им прыгать до конца жизни там. Вы там стреляете? А, ну они все смотрят на штормеров, которых можно было бы выстрелить. Да, как там в соседнем доме пехота. Точнее, прям в том же доме моя пехота. Они не будут стрелять. А, где моя пугушка? Вот она. Все, забираем. Даже эти пролетарии не пригодились. Друга тут оставим. Не хватает рекона, да? Так, я хочу Херу вызвать, а. Ну, серьезный дядька. А, ну, вот и кавахи у него даже мои танки пробивают. Ну, типа, нахрен какие-то крюк вызывают. Бэм. Да, кубы, конечно. Но это я уж не дай мне крюк. Смотрите. Оп. 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 Нате. Сожгли мне два куба. Кубы, конечно, 45, поэтому не говно. Что, как говорится, что и следовало ожидать.
Да, это точно умрет. А нет, у него стерва-то тоже не в полном здравии. Что ты выстрелил? Да, две ракеты выстрелил. Нормально. Так, он-то меня перестреляет, если я буду не спрятан. Стекаем, забираем. Поджог мне снабжение. Вот гнида. Никогда такого никто не делал. Вот опять. Это впритык прям пехота не видит. Невидимка. Невидимка здесь. Еще ничего, сейчас две кошмы вызовем. Танки заправим. Вызывай еще одну кошму. Серого вылезла. Оп-оп. И все. Тут уже ничем не поможешь. Просто один птурщик решает все вопросы. Птурой классно. Нету птуров, плохо. Давайте еще танков замасим. Блин, проблема в том, что танки не могу отчинить. Потому что снабжение что-то стоит. Прям что-то вообще в дикий минус чел играет. А! Здесь в мясо стрелял. Да. Куда он летит? Опять Виген. Гнидыч. Заберет мои танки. Почти. Да, конечно, это дорого обходится, но что ж. Есть. Это за 80, это за 90. Чем его сервер за 80, это за 90, я не знаю. Я не трогаю пушку. А он не хочет с боя выходить. Пошел, пошел микроконтроллер. А,
Элитную эту завалили. Беху. Не Беху, а танк элитный. Тунчис. Что-то мы прям нормально их уничтожаем, слышите? Нет? Нет, слишком бронированная штука. Че тут на вызвал? Пехота вроде едет. Туда танки еще. Походу пролетарии идут умирать. Они попали. 33. Нет. Да. Да, пацаны затащили. Но их там все равно убьют. Ну а так ладно. Канцерос бич. Именно. Именно. Не добавить, не отнять. Ну шо ж, ну такое. Кубы все-таки начали попадать, так что ладно. Все, давайте, до связи, всем, кто смотрел, удачки.